Замеряем BMW X6 E71 306 лошадей. Так, да, погоди, лоу сигнал. Вот, можно ехать. Семь тридцать три сходу прям. И вот здесь давай развернемся. Попкорн. Ну, это у нас еще трое в машине сидит. Надо учитывать. Ну, грубо говоря, ну 7. Пускай максимум. Ну, мы можем сейчас вылезти. Это. Да, вон там он вылезем, и один еще скатнешься. По ощущениям, как тот. По ощущениям, кто-то едет хорошо. Едет хорошо. Ну, у меня X5 в аварию. Поехали. Семь семьдесят две, что-то плохо. Ну еще, наверное, разок туда успеем, да, третий. Я думаю, что и один. Не надо. А у нас эти отключены антипробуксовки? Да, я выключил. Выключил. Ну, поехали тогда. Тут что-то еще. Батарея пытается включиться. Семь сорок две. Ну, с тремя человеками. Давай сейчас один еще вот скатнись. Вон там, вон, развернемся. В общем, один проехался. Получилось у нас лучшее время 6.45 на прошивке Stage 1. Вот. Как-то так. Такой вот звук у X6 получился сегодня у нас. BMW X6 E71 3,5 литра бензинка.